Привет! Привет! В этом видео вы узнаете самые важные фразы, которые пригодятся вам в путешествии в любой стране, где говорят на русском языке. Марина, который час? Время записывать наше видео. Извините, да? Не подскажете, как добраться до центра города? О, проще всего на метро. А где найти метро? Очень просто. Вот прямо по улице. Спасибо. Не за что. До свидания. До свидания. А где купить билет на метро? Вы можете купить его либо в автомате, либо вон там в кассе. Спасибо. Не за что. А сколько он стоит? Всего 1,5 евро. Недорого. Удачной поездки. Простите. Да? Вы не подскажете, как мне попасть вот на эту улицу? Ага. Вам нужно прямо и повернуть налево. Вот за тот дом. Налево. Большое спасибо. Удачи. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Не подскажете, где я могу поесть? А вот прямо здесь. Отличное место. О, у вас есть свободные столики? Вы не поверите, но вот он. Прошу вас. Спасибо. А можно меню, пожалуйста? У меня его нет. Откройте его на телефоне. Ага. Извините. Да. Можно счет, пожалуйста? Конечно. Вы будете платить картой или наличными? Картой. И я бы хотела включить чаевые. Очень здорово. Платите прямо здесь. Пип! Вам все понравилось? Да, все было очень вкусно. Замечательно. Большое вам спасибо. А еще больше полезных примеров вы можете узнать из наших упражнений, а применить их на практике в нашем разговорном клубе. Присоединяйтесь, мы очень вас ждем. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть свободные номера? Да, конечно. Давайте ваш паспорт, я вас зарегистрирую. Что ж, вот он. Угу. Кстати, а у вас есть Wi-Fi? Да, пароль написан вон там. Отлично. А еще мне очень нужна карта города. У нас как раз есть бесплатные карты. Держите. Чудесно. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Что случилось? Мне нужна помощь. Так живот болит. Где ближайшая аптека? Аптека в 5 минутах пешком. Но, может быть, тебе нужно в больницу? Да, кажется, нужно. Я вызову такси. Большое спасибо. Извините. Да? Вы могли бы меня сфотографировать? Конечно, а где? Вот здесь. Давайте. Угу. Так. Ну что, вам нравится? Да, да, спасибо. Всегда пожалуйста. Скажите, а что вообще посмотреть в Афинах? Ну, главные достопримечательности Афин – это Парфенон и Гирос. О, я как раз вижу один. Пойду съем. Пойдемте вместе. Ура! Этот выпуск мы записали благодаря неоценимой помощи нашего друга Хуанхо из Easy Spanish. Поблагодарим его и этот прекрасный гостеприимный город за такие полезные примеры. Подписывайтесь на нас и пишите в комментариях, в какую страну вы в последний раз ездили в путешествие. Всем пока! До новых встреч!